Встреча нарушителей, похититель памперсов и закрытие дайджеста на Днепреоперативном. С вами Анатолий Ивченко, и мы начинаем наш последний выпуск дайджеста. Встреча нарушителей. На проспекте Гагарина произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ двигался в сторону Запорожского шоссе по полосе общественного транспорта. В этот момент двое горожан решили пересечь проезжую часть в неположенном месте. Водитель авто не успел среагировать и затормозить, в результате чего сбил пешеходов. Пострадавших госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Заботливый отец. В городе Марганец Днепропетровской области мужчина ромской национальности украл подгузники. Инцидент произошел на улице Киевской. В аптеку зашли трое мужчин. Как видно из камеры видеонаблюдения, один из них украл упаковку детских подгузников. Материалы были переданы в полицию. Возможно, заботливого отца получится найти. Небезопасная дистанция. Ничего не предвещало беды. На Сечеславской набережной произошло ДТП. Автомобиль Lexus двигался в сторону улицы Воскресенской и остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент водитель авто Ланча, которая ехала за ним, не придержался безопасной дистанции и не успел затормозить, из-за чего врезался в первую машину. От удара транспортные средства получили незначительные повреждения, но девушка, которая была за рулем Лексуса, травму спины. Ее госпитализировали. Детали аварии выясняются. Новости от соседей. Никакой защиты. В Запорожье иномарка наехала на мотоциклиста. Случилось это на улице Каховской. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi выезжал со второстепенной дороги, не пропустил мустанг, который ехал на главной, и совершил с ним столкновение. В результате аварии хозяин двухколесного получил травмы. Его госпитализировали с предварительным диагнозом перелом правой ноги. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП. Неаккуратный поворот. Немного не рассчитал. По предварительной информации, маршрутка остановилась на проспекте Богдана Хмельницкого, чтобы высадить пассажиров. В этот момент водитель автомобиля Volkswagen, который повернул на проспект, не учел габариты своего транспортного средства, из-за чего врезался в автобус. В результате столкновения никто не пострадал. Подробности ДТП выясняют правоохранители. Ну и важное заявление. Уже чуть больше года мы обозреваем для вас различные происшествия Днепра, начиная от суицида и заканчивая авариями на дороге. Так вот, мы решили, что пора расти. Потому мы закрываем привычный для вас дайджест, но мы не прощаемся. После небольшого затишья на вас будет ждать новый формат и еще больше интересных проектов. Ведь жизнь Днепра – это не только ДТП и несчастье других людей. Вся команда Днепра оперативного продолжает свою работу, чтобы информировать вас. Большое спасибо всем нашим зрителям, которые были и которые остаются с нами. Продолжайте следить за нами на сайте Днепр Оперативный, заходите на наши социальные сети и, что самое главное, берегите себя и будьте внимательны на дорогах.